Всем привет! Хочу вам рассказать, как я провожу время в сложившейся ситуации. Провожу я его с пользой. Вот видите, у меня очень много на столе тетради, учебников. Я постигаю эстонский язык. Перевожу, пишу, читаю. Вот, есть у меня еще вот такой вот, сейчас покажу. Мы его дома называем алтарь. Вот. Сюда я прикалываю слова, которые я учу. Такие вот у меня карточки. Тут я пишу. Вот. А еще мы с дочкой занимаемся творчеством. Вот у нас дома недавно появился 3D-принтер. И мы делаем вот такие вот вещицы. Вот. Представляете, на 3D-принтере. А потом садимся и раскрашиваем. Вот. Вот такая вот бабочка. Наконец-то появилось много времени, и можно его уделить ребенку с удовольствием. Читать, рисовать, болтать. Вот, ну и, конечно, вот это наш дружок, который у нас везде, во всех местах дома натыркан. Вот. Стараемся себя беречь, никуда не ходить. Радоваться друг другу, наслаждаться временем. Но мы, конечно, думаем, что будет, когда откроется наш театр. Мы, конечно, все очень волнуемся. Нам кажется, что все нас забудут, все настолько заняты своими проблемами, продуктами, туалетной бумагой. В общем, друзья, вы нас не забывайте. Это не значит, что мы все время сидим дома. Мы ходим еще на репетиции, встречаемся. Понемножку собираемся. Вот. И когда государство разрешит, мы откроемся, и мы готовим для вас очень много сюрпризов. Так что всегда ваш русский театр. Ждем вас. Не забывайте нас, пожалуйста. Пока.